Привет всем, с вами Джексон, и сегодня мы будем собирать довольно интересную схему. Это у нас усилитель на советских транзисторах, причем достаточно мощный. На выходе у нас будет где-то 30-50 Вт. Тут у нас 5 транзисторов, 2 из них это КТ-818 и КТ-819. На входе у нас стоят простые транзисторы КТ-3107 и один транзистор это КТ-814. В общем, вот такая схема, она несложная, но я ее немного переделал. Изначально она питалась от двухполярного питания, я переделал в однополярное, поэтому качество этой схемы будет не самое хорошее, то есть не такое, какое будет оригинальное, но потом будем пересобирать этот усилитель уже с двухполярным питанием в стерео формате. Сейчас это все будем просто проверять, то есть собираем в моноварианте и проверяем. Спасибо Василию, который отправил мне вот эти вот транзисторы. Теперь я смогу собрать сейчас усилитель, потом еще один усилитель соберем уже на стерео. Ссылка на канал Василия будет в описании. Все-таки вот он хорошо, что мне их отправил, и на них мы сейчас это все делаем, пробуем собрать. Вот все запчасти, которые мне понадобятся. Вот у нас тут конденсаторы, резисторы, также тут нужно 5 диодов и вот такая вот у нас печатная плата, на которой это все дело буду распаивать. Я думаю, все поместится. Кроме того, эти транзисторы будут греться, соответственно, к ним придется сделать какое-нибудь охлаждение, ну, то есть радиатор прикрутить. Ну, в общем, с этим, я думаю, разберусь, и, в общем, давайте начнем. Могли оценить качество звука, издаваемое этим усилителем, но сильно не судите, поскольку это все делалось просто из интереса, ради теста. Питается это все наше дело не от нормального питания, то есть от не двухполярного как надо, а от однополярного, то есть вот от такого блока питания простого я питал. Пытался я питать от 15 вольт и от 30 при помощи преобразователя. Результат тот же, проблема в том, что все-таки двухполярное питание тут нужно, без него не обойтись, но можно при помощи вот этого вот теста оценить, насколько мощный усилитель. Ну, я думаю, что в итоге он выдает где-то ватт 30, может быть даже больше, но честных ватт. В общем, меня порадовал этот усилитель, единственное, что, конечно, сейчас он не очень в хорошем состоянии. Все это дело мы будем перепаивать уже на другой печатной плате, и уже разведем дорожки, все будет как полагается. А сейчас-то у нас просто вот такой вот тестовый вариант, который я собрал для интереса, чтобы просто проверить этот усилитель. Кстати говоря, есть небольшая особенность. Вот эти вот два транзистора главных нельзя садить на один радиатор, поскольку происходит просто замыкание, поэтому один транзистор, как видите, у меня не прикручен, просто через вот такую прокладку. Он касается радиатора, и этого охлаждения вполне достаточно. А так в итоге придется использовать разные радиаторы на каждый транзистор. Но это не проблема, поскольку распилить радиатор алюминиевый это вообще легко. В общем, с вами был Джексон. Вот такой усилитель мы сегодня собрали. Каким образом он выглядит? Ну, лично мне понравилось, то есть я оценил качество звука, мощность его. Ну, конечно, качество звука тут паршивое, только потому что питание неправильное, но в целом более-менее представление об этом усилителе я получил. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и, в общем-то, пока!